Боевики, запрещенные в Турции, рабочие партии Курдистана освободили похищенных ранее трех журналистов информагентства «Анадолу». Они находились в плену более 48 часов. Их захватили в городе Нусайбин на юго-востоке страны и увезли в неизвестном направлении. По данным спецслужб, представители СМИ похитили после того, как они сняли на камеру секретное укрепление боевиков без их разрешения. В свою очередь, в РПК заявили, что их удерживали по подозрению, но не уточнили, в чем именно. Мы их освободили. Считаем, что никто не должен создавать препятствий для работы журналистов. Они могут свободно работать вне зависимости от своих взглядов. Напомним, на юго-востоке Турции продолжаются столкновения между силовиками и бойцами рабочей партии Курдистана. В регионе проводится антитеррористическая операция. В ряде городов объявлен комендантский час. По данным властей, уничтожено около 1000 курдских боевиков. Но, по словам РПК, среди погибших десятки мирных жителей.